Всем привет, ребят! Меня зовут Владимир, вы на канале Иновски. И в завершении года пришло время, наконец-то, поговорить, пожелать друг другу хорошего, налить приятных напитков. Шампанское я не люблю, поэтому налью любимую газировочку себе. А выглядит, в принципе, как шампанское. Хотя нет, на самом деле нет. Чуть больше пузырей. Итак, ребята, год был для всех разный, для кого-то сложный. Ну, в основном люди говорили типа, о, сложный год, там что-то у нас, мы не можем выйти. Ну, а так вот, если по большому счету-то подумать, те, кто не любят гулять, посидели дома в удовольствие. Те, кто любят гулять, ну, кто их, в принципе-то, удерживал? Кому очень хотелось, тот и погулял. Ну да, проблемы, в общем-то, были у всех. Кто-то болел чаще, кто-то болел не тем, чем стоило бы болеть. А кто-то вообще не болел. Он как бы для всех разный. И я не хотел бы, например, говорить о том, что год был прям такой сложный, что капец. Для меня год был просто перенасыщен разными новыми вещами. Я не планировал становиться каким-то контент-мейкером хотя бы в каком-то жанре. Но... в принципе, я не против, и как-то так это все пришло на ум. И я очень рад, что вы, ну, что вы со мной, что вы смотрите, что вам кому-то интересно больше, кому-то меньше, что вы участвуете, комментируете. Это очень круто и приятно, и на самом деле я даже не ожидал такой обратной связи. И очень приятно сейчас от того, что действительно кому-то заходят какие-то шутейки, кому-то заходят какие-то, ну, видосы или трансляции и так далее и тому подобное. Для меня этот год был огромным приключением. И это связано не только с видеоблогерской, скажем, деятельностью ютуберской, но и в принципе. В этот день торжественный я желаю вам быть собой, стремиться к лучшему. Свет как будто бы немножечко изменился. Или мне показалось, неважно. Быть собой, стремиться к лучшему. Помогать родителям. И... играть в хорошие игры, естественно. И не забывайте, что самые увлекательные игры и самые эпичные сражения и великие победы происходят в вашей жизни. С Новым годом! Пока!